Что такое группа Антеб? Группа Антеб это авангард, это вот то, что стоит на, так сказать, на передке, на передке российской музыкальной сцены. Если вы еще этого не поняли, кто не понял, тот обязательно поймет, когда придет время. Но тот, кто понял, тот лучше, чем остальные. Знаете почему? Потому что вы избраны. Нам уже почти 8 лет, и все идеи уже отвалились. Это просто наша жизнь. Как бы пафосно это ни звучало. На самом деле, главная идея группы Untapped – это всеобъемлющая любовь, которую мы пытаемся распространить через ненависть к самим себе. Я к трусам прилетел. Вообще, я на самом деле думал сделать здесь дырки в карманы. Друзья, на этой ноте хотелось бы уйти, но сейчас я объявляю конкурс. Это будет пиздец! Держите призами! Итак, друзья, давайте поддержим! Че, вы не любите халяву? Отлично! Сейчас они будут пить 2 стакана пива, то, на что вы не согласитесь, скорее всего, никогда они сделают. Итак, подожди, не пьем, да, по моей команде. С удовольствием сам их послушаю. Я с вами группа Антеб, мы сегодня там несколько легких песен. Разбавим вечерочек, так сказать, сиротаем время. Всем привет! Давно не виделись, 2 года не играли. У вас есть, может, какой-нибудь анонс? Может, вы хотите что-то проанонсировать? У нас есть какой-то анонс, и мы хотим что-то проанонсировать. Сережа, да? Сережа вышел. Ну, это мой личный альбом, это мое личное дело, и мало кого это интересует. Там есть трек, да, да, там есть один трек. Короче, альбом называется «Серж Фишер», я Серж Фишер. Там один трек с Антеб есть. Идея этого трека была вообще безумная какая-то, для сольника делалась, но... Уже 2 версии этого трека есть, идите слушайте. У нас готовится к выходу EP-шка. Мы надеемся, что где-то в январе, ну может в феврале она выйдет, и будут какие-то концерты в поддержку этого мероприятия всего. Вот, по большому счету, это самый главный анонс от нас, да. У нас готовится уже 2 года EP-шка, так называемая, которую мы никак родить не можем. Год. Два. 2 года. Моя бочка решает? Конечно, решает. Видео разъебало. Меня пригласили, не посвятили еще ни во что. Я так стажировку прохожу здесь.
А что еще решает? Ну не я. Мы будем драться за место под солнцем. Я гожу за вами. Не говори, я не твои молодцы. Подписывайтесь на канал. Большое спасибо Porsche Family за организацию своего проекта. Покупайте пиво на баре. Спасибо группе Мьют. Они же люди любят. И группа Сарьё. Все, всем пока. И не является публичной офертой. ОГРН 135-192 265-124. Кого? Все, что могло пойти не так, пошло не так, поэтому, блядь, было охуенно. На самом деле, чуть-чуть блядь, перегрелся, все, включил. Я слышу, у меня отъебывается звук в ушах, я такой, блядь, надо начинать, блядь, стрелять, с какого момента? Типа, я как бы слышу, ну, вот эти петучки. Да-да-да, из-за чего я вообще не... Сыграем в спиритбол! Сыграем в спиритбол! Кто первым ляжет на воду? ОГРН 135-192-265-124.